Вот осматриваем первую квартиру Муратпаша в центре, в котором сейчас ведется ремонт. Вот смотрите, в течение 10 дней заканчивается. 2 плюс 1, 90 квадратных метров. Все будет заменено. Здесь во втором этаже отдельной, как говорится, этой кухней. Вот это вот ванная. Вот смотрите. Вот, еще одна комната. Балкончик вот такой вот, ах, большой балкон. Вот такой вот он. Во всю длину вот туда. Во всю длину вот так вот. Делается ремонт. Вот они. Полностью стены, новые окна ставятся. В общем, становится новая квартира. Догалгазом. Догалгаз около дверей. Вот. Вот здесь тоже еще один туалет. Вот это вот кухня. Вот она. Еще один балкон. Вот такой вот балкон. Вот такой вот. Он вообще кругом идет. Вот так вот. Вот так вот идет. И вот так вот заходишь еще. В общем, 90 квадратов. Около 1 миллиона лир. Ну, миллион лир, да, будем говорить сейчас. Вот в течение 10 дней эта квартира будет сдана. Центр Муратпаша, суперское место. Все магазины, все. Центр, короче, в общем. Магазины, фруктовые магазины, такие магазины. В общем, Мигрос, Фигрос, вот все здесь есть. Автобусы. Бумахалля, ады надо? А? Соуксу. Соуксу. Ага. Соуксу махаллясе, то есть холодная вода. В общем, бурда туалет, а? Вот. Куда туалет? Бубани. Вот смотрите, ванная. В общем, все новое ставится, все провода, капитальный ремонт, плитка, в общем, во втором этаже, вот осматриваем квартиры, и вот, пожалуйста, в центре Муратпаша, 90 квадратов, вот, это, конечно, по сравнению с Ахатлы, супер. В Ахатле такая квартира сейчас стоит 1 300 000, 1 400 000, а то 1 500 000. Вот. Отлично. Вот такие вот дела. Не вахтан битаджак, не вахтан, 10 гунде битара. Самый год большой год 20 дней. Домофон будет здесь, вот подъезд, вот такой вот подъезд, вот такой вот, вот газ. Вот он, до дверей везде газ. Вот, два соседа вот так вот этих. И вот уютненько, второй этаж. Вот, внизу подвал. Для того, чтобы коляски, маляски поставить. Чистенько, уютненько. Центр Муратпаша. Вот осмотр пошел. Вот так работа.